все, что нужно тебе на Тубе ТВ. Неважно, левая рука упирается вот так вот. Мы локоть не проваливаем, мы грудь расправляем. Либо она упирается вот так вот. На этой области возникает шестяная манжетка прибора по измерению давления. Не нужно полностью подставлять весь прибор, и не нужно даже подставлять черный цвет манжетки, глянцевый сверху и шестяной снизу. Нужно почувствовать вот такие вот подхватывания. Характерный звук выкачиваемого воздуха, и первое подхватывание вот здесь. Второе вот здесь. Третье в районе локтя, четвертое в области бицепса и пятое в районе плеча. Именно звук, именно шестяной звук легкого потрескивания, подхватывания, подвыкачивания воздуха. Это позволит жизненной силе вот этого понятного образа, всеми нами испытываемого, течь вот сюда. Вот. Здесь находится энергетический канал, называется Варуна Нади. И центр, который называется Нахата Падма, центр наших психоэмоциональных состояний и умение на подсознательном уровне улучшать процессы восстановления и регенерации. То есть задача полежать в скучном положении, чувствуя подхватывание манжетки. И в конце, чтобы отвести этот центр, нужно вспомнить облегчение, либо внутреннее удовлетворение, когда прибор по измерению давления показывает давление в норме. Сейчас я снова лягу. Чувствуем запястье, подставляем манжетку, там характерные ощущения подхватывания руки. Перемещаемся выше, это предплечье. Туда перемещается манжетка. В район локтя. В район бицепса. В район плеча. И чувствуя грудь, вспоминаем, либо спокойное удовлетворение, либо радостное удовлетворение. Прибор показывает норму, все в порядке, давление в норме. И на вдохе мы чувствуем руку от ладошки до груди, выдох из груди в глубину позвоночника. Из этого положения освобождается коленка, ставится ступня, весь тело переносится на левую ступню, правая пятка проворачивается и короткий поворот таза, направление таза. Правый носок свободно, левая нога свободна, левая рука свободна, правая рука кладется на живот. Представляем, что самое интересное, чего вообще в жизни с вами случилось, это рука, лежащая на животе. Правая рука под левую коленку, левая рука на правую кисть и потихонечку присели. Сейчас мы с вами делаем вариант в другую сторону сразу. Ноги, левая рука, смотрим на ладошку словно в карманный справочник с мелким шрифтом. Пытаемся разглядеть линию руки. Представляем, что мы пытаемся рассказать о судьбе по линии руки незнакомому, но приятному для нас собеседнику. Еще внимательнее, смотря на руку, представляем не зрительный образ, а телесный образ, вес тяжелой золотой древней монеты. Пробуем по весу определить ее форму. Представляем золотой блеск монеты. И либо останавливаемся на этой стадии, либо пробуем представить чеканку, герб, может быть год. И зрительный образ убираем и то, что вам пришло в виде узора и в виде золотого блеска, взглядом продавливаем только форму монеты. Форму монеты глубоко в ладони. И взгляд делаем еще тверже и еще давящий и сильнее продавлен взглядом в ладошку. Взгляд делаем колючим, строгим,
и мягким, успокаивающим, обволакивающим